председателем правления Алексеем Миллером губернатор обсудил дополнительную поставку газа в Новороссийский Геленджик. Сейчас разрабатывается проект строительства 3 газопроводов. Еще одной темой встречи стало расширение рынка топлива на основе газа. Сегодня в крае уже действуют 12 таких специализированных автозаправок компании. В планах создать еще 19. В скором времени их строительство начнется в Белореченске, Тимашевске и селе Дефановка.